И еще одна трагическая новость. В Хмельницкой области разбился военный самолет. Оба пилота погибли. По предварительным данным, они выполняли учебный полет. Самолет поднялся с военного аэродрома, после чего связь с ним оборвалась. По словам военного прокурора Хмельницкого гарнизона, на борту могли находиться боеприпасы. Именно поэтому летчики пытались увести машину как можно дальше от населенных пунктов. После падения от самолета фактически ничего не осталось. Обломки разбросаны по всему полю.